Опа. Красиво. 35 900, 19 год, 2-литровый дизель, X-Drive, 160 тысяч пробега. Тут есть чуть-чуть, так прям чуть-чуть примятости. Но в общем и целом, конечно, состояние кайф. Так, багажник без привода. Коврики. Резина Хэнкук. Прям состояние новое. Год 20-й, да? Угу. Данные про обслуживание. Оригинальный моторный оливы BMW сервис. Винтер Айсепт 245 на 45 R18 100V. Состояние у пассажира. Тут, конечно, ни сучка, ни задоринки. Два ключа. Проверим лакокрасочную. Триста. Что, пленка? 240, 309, 310, 313, 315, 414, 305, 307, так, крыло 100, 91. Крыло 102, крыло, крылья, дверка, алюминий, 112, 106, 108, 119, 107, так, тут хорошо, 61, 54, 69. Здесь AGC автомотив окна. Здесь чуть-чуть мятинка. 60. Диски передние. Прям без выработки. Девяносто три, 104, 101, 98, 118, 120, 150, 170. 109, 184. Так, эта дверка крашена. Enfirum 200. Стойка 172. Ой, крыло, арка 400, 200. И тут чунь-чунь.
внутрянку. 70. Нормально. Семьдесят, восемьдесят, шестьдесят, 65, 54. Так, 65, 54. Лифт работает. Опа. Фух, 167 645. Приборка LED. Добро пожаловать. Подлокотнички USB, подсветочка. Руль мягкий, комфортный. Тормоз. Старт. Реверс. Так, камера направляющая. Нейтраль. Драйв. Ой. Все шик. Шик, блеск, красота. Навигация и тута, и тама. Да, неплохо. 35 900. Наверное, будет торг. Вот прям мне что-то кажется. Так, надо сейчас усесться. Стоит ли правильно присаживаться за рулем BMW. Я сейчас настрою сидушку под себя. Так, поясничный упор. Это хорошо. Мне надо сидушку поднастроить. Здесь регулируется полностью. Ага, вот все, поднялась. А ехать как? Так, кстати, для тех, у кого длинные ноги, можно вытянуть. Так, допустим, вот у меня рука ровно. Ложим, кладем. И сзади. Подлокотник есть. Комфортабельно. Здесь кулак. Да, приятно. Так, угол спинки не регулируется. Но автомобиль под наклоном стоит. Подсветка MB-Light. Виталик, а скинь мне фотографии. Ну, я подключился телефон. По-моему, давай. Неплохо. Неплохо. Я считаю, недорого. Автомобиль такого уровня и в таком состоянии довольно неплохо.